Хотелось немножко рассказать про наш быт. Ну, мы же живем в номере с кухней. Вот наша кухня. Значит, что особо отметить хочется? Мы взяли с собой мультиварку. Небольшую дорожную мультиварку. И в ней готовим еду. Ну, например, каши. Вот сейчас в ней готовится каша. Мы взяли с собой чай из дома. Потому что в Германии, ну, в Австрии, не очень-то хорошо с чаями. Сразу запасли с собой чай и взяли с собой поридж, да, овсяную кашу. Есть проблемы с нахождением здесь данного продукта. Ну, вернее, не нахождением, не знаю, как он называется, поэтому в магазин приходишь, говоришь, поридж. Они такие, вас? Говорят, да не вас, а нас. Значит, что у нас еще есть на кухне? Есть плита, на которой можно готовить, есть замечательная моечная машина. Здесь мы, естественно, после того, как вручную моем посуду, моем. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Такой легкий быт. Еду я вам показываю. Мы на 100 евро купили себе еды, которая нам хватит, скорее всего, на неделю. Немножко персонифицировали место тем, что оно украшено вот такой вот нашей елочкой. Ну и знакомый здесь амулет. Соответственно, тоже проживает. Ну, это чисто в гуманитарных целях, понятно. Бокальчик. Ну, буду рассказывать дальше. Краткий такой экскурс. О, мотороллер кто-то оставил. Смотрите, видите, как прикольно. У него еще запасное колесо даже есть. Представляете, у мотороллера даже есть запасное колесо. Дичь какая. Так, и объективочка про погоду. Так же ясно, как и вчера, но туманно. Хорошая фраза, да? Ясно, но туманно. Ну, по крайней мере, ближайшие горы видны. Надеемся, что склон нас сегодня порадует своим склонностью. Тут у нас маленькая верандочка, туда можно выходить, кстати. Если не показывал, видите, вот это раз. И вышел. Эдакий французский балкончик. Или, вернее, так, французское окно. Да, это французское окно вот здесь вот такое у нас. Вот так вот. Ну, а там путь в горы. Вон он светится вдалеке. И мы сейчас туда пойдем. Новый день, новые радости. Сегодня 4-й день пребывания нас в Зёльдене. И вот такие вот потрясающие виды открываются. Вон пик какой. Ух. Напомню, мы в Хубине. Ну, живем в Хубине. Это... недалеко от Зёльдена местечко, но тем не менее. Вот. И вот созерцаем вот такие вот чудеса. А вон там, кстати, по-моему, снеговая туча идет. Поторопимся. Горы. Я не раз говорил и еще раз повторюсь. Хорошее повторить не вредно. Горы полны сюрпризов. Обратите внимание, солнце и даже голубое небо. А вчера был снег. Значит, на склонах что? Правильно. На склонах нас ждет прекрасный снежный покров, укатанный заботливыми австрийскими укатывщиками. Ну, эти, которые на этих снеговых танках ездят. Вот. Недаром они вчера уже призывно заулюлюкали и поехали в горы. Чуют, чуют. Помните, как лошадка снег почуяв, плетется рысью как-нибудь. А эта хрень едет на дизеле, она не рысью плетется, она прям, ух, как плетется. Вот, значит, рассчитываем на хорошее, плодотворное катание. Рано встать, конечно же, не получилось, но в конце концов, мы же в отпуске, что нам? Не женатым-то это самое, и вообще, вот. Поэтому такие дела. Обратите внимание, как блестит этот мех на солнце, это же настоящий тушкан. Вас обманули. Вот сейчас там это говорят. Это я так, от полноты чувств. Короче, планы такие, ставим машину на сандек, ну, на крышу. И идем кататься в горы. Зёльден. Возможно, я уже вам поднадоел этим видом, но... вот не знаю, все равно душу бередит. Въезжаем в Зёльден очередной раз. И сейчас узнаем, что там с местами. Надеемся, что найдется нам где-нибудь местечко, где притулиться. Фрай, Гигиёх. А, Фрай, да, точно. Наши места на Гигиёхе есть. Это наполняет нашу жизнь смыслом.
Так, опять мы на верхней палубе, ну понятно. Местов тут не бескрайнее количество. Ну что, неплохо? Неплохо? Все пока неплохо. Я бы даже сказал, хорошо. Продолжим путешествие. Оснастились приборами. У нас вот такой пакет есть. Высоту меряем, альтиметр. 1480 метров. Стонзамер. Я? Замер почему-то. 1080 тоже. Ну, он уже давно 1400. А вот 1506, а он дискретно считывает. Похоже, не прямому действию, а пересчитывает по координате, видимо. GPS координаты, да. Погода. Север там. Погода нет, потому что интернета нет. 1506, 1523. По приборам, движемся по приборам, да? Скоро же краткосрочно солнце в горах, а? Но для этого есть рестораны. Когда солнце хметель, в ресторанах и барах веселая музыка. Не, ну мы покатались. Что-то мы все-таки успели. Сейчас перекусим и еще покатаемся. В обязательном порядке. Что вы думаете, обломыч? Народ стоит насмерть. Ну ничего страшного, продолжим наше путешествие в поисках радостей. В поисках радостей на склонах Зёльдена, Австрийские Альпы. Поищем себе место для перекуса какое-нибудь другое. Или покатаемся пока вместе. Говорят, что два съезда по красной трассе заменяет шматок сала. Веришь? Нет. Не погода в горах, не погода. Ну а мы в горах, помаши ручкой. Нет? Ага, обязательно в объектив морду сунуть. Твою мать. Ой, извините. Чего бы по-французски не сказал. А я ж по-французски не знаю. Так. Туда мы сегодня уже ездили. Вторая попытка. Бар полон. Веселье. Может быть, удастся перекусить здесь. На бар мы не претендуем. Мы претендуем на еду. Так, второй облом. Ладно, в поисках радости ведь надо пройти много путей. А иначе что это за радости, без труда-то которая. Сейчас поедем дальше. Вообще горы полны гармонии. Когда простаивают склоны, зарабатывают бары. Ну, как-то так. Ротка Герхита. Вот так вот. Ладно, продолжаем в поисках радостей. По горам. В поисках радости Шварценеггель нас не подвел в очередной раз. Мы здесь уже были, но еще раз сюда пришли. И вот, что у нас за бортом. Белая мгла, но солнышко уже появляется. Вот оно, видите, создает надежду. Вот так вот. А вообще пока пойдем покушаем, а потом уже как поедем. Ух, так. Перекус. Ну, в этот раз сосисочки помощнее. Там он какой-то с усами обсыпали. Карри. А, это карри. А я успел сказать, но не надо. Ну, бетцель, понятно. Как без бетцеля. И афрошоли. Даю объективочку. 27-20. Ну, все удовольствие. Причем этот лимо, ну это они афрошоли называют, 4-10 стоит. Братвюрст 8-50. Ну, это вот этот братвюрст. Ну, и бретцель оба 60. 27-20. Ну, отличная еда. Гуд аппетит. Так, опять солнышко вышло. Тут так, то солнышко, то снежок. Такой сезон. Ну, это уже говорил, впрочем. Но немножко посветит нам. Покатаемся, порадуемся. Так, вот свечение хорошее. Нам такое нужно свечение. Даже не обязательно солнце, а чтобы вот так проявляло склон. Когда проявляется склон, тогда проявляется все. Вот Шварценеггель, который нас накормил, напоил, второй раз нам приют дает. И вот мы здесь решили покататься вот по этой синей трассе. Синяя трасса здесь честная. Не хочу обидеть итальянцев, но там в Италии это почти что красная. Не обижайтесь, пожалуйста, Доломитово Альпы. Вот, но здесь вот такие честные трассы. Красные здесь совсем прекрасные. Ну а черные здесь черные как ночь. Вот так вот. Австрия. Зёльден, я. Отличное свечение сохраняется для нас. И мы продолжаем кататься
Ну, однообразно, конечно, проходит время, понятно, все катание до катания, но, поверьте, суть-то в нюансах. В нюансах этого самого катания. Вот так вот. Ну и мы поехали. Не это ли счастье? Спрошу я. Это? Это. Дизеда. Плёслищ? Йоц? Вашаннищ? Я. Усталые, но довольные. Отправляемся в обратный путь. Вот такой подъемчик нас везет. Спортивный мы его называем. Такой шустренький, жесткенький. Вот кто-то нам что-то пишет. А нас помнят. Что приятно. Вот, и так сказать, вечером апрески, наверное, в бассейн сходим, понежимся в минеральной воде, поплаваем. Вечерело, а спасатели все ездили и ездили. Да, ну что ж, склоны. Очень интересная вещь, это если скипас приложить, то можно узнать, где ты был за день, все твои высотности. Тебе пока. Прикладываем скипас. Не, надо стартовать сначала. Стартуй. Нет, 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 ниже. Вот сюда, да, прикладывай. Ага, обрабатывается. О, где мы сегодня были? В 10.30 проехали 24 километра, 3196 метров набрали общий набор, высшая точка 300. Ага, это сука еще распечатку дает. Так, смотрим, меня. Ждем. 24 километра проехал. Так, и Дрюкин. И... сейчас выдаст распечаточку. Моя. Это моя. А у тебя такая же будет. Ага, пожалуйста, вот BMW думает о нас, между прочим. Вот все тут изложено, как есть. Отличная схема. Отдыхайте в Зёльдене и протоколируйте свой отдых. Ну, понятно, те, кто кроме баров еще куда-то будут заходить в процессе, те смогут. Это дизайн, а? Альпийский дизайн. Дизиген. Так, ну ладненько. Сравниваем, продолжаем сравнить. А вот видите, здесь мы вообще как-то под знаком BMW проходит. Машину нам дали BMW. День нам отмечали BMW, где мы катались, что делали. В общем, как-то вот так вот. BMW и Зёльден закрепится в нашей памяти. Я думаю, теперь надолго. Ага, вот так. Типа Sixt. Типа реклама. Вот, а это вот я еще раз подсказывал, говорил, что это наш... подъемы и спуски. Вот такие мы ребята. Ну тут еще можно рассматривать высотность. А, и даже время пробивается. В 10.30 начали, 15.45 закончили. Эки мы монстрный. Вот так вот. Так, продолжаем обзор альпийской кухни. Апфельштрудель мы здесь уже пробовали, сейчас попробуем пирожок. Так, диетический, это вот такая прослойка. Ага. Прослойка, творог. Похоже на творог. Сверху натуральная малина. Засахаренная и немножко бисквита. Попробуем, расскажем. Действительно, это творог. Это бисквиты. И это натуральные ягоды. Ну, естественно, кому можно предъявить претензии к бисквитам, но они сухие, их немного, и очень хочется это съесть. Будем считать, что это диетическое блюдо, которое в Альпах предоставляется услугам господ отдыхающих. Ну, и апфельшоли, понятно, как о, из него. О, какие тут штуки интересные. Это же детская школа здесь, и здесь всякие вот для них кабинки, видимо, для того, чтобы здесь ожидать родителям с детьми, с одним из детей, пока другие дети отдыхают, катаются. Ну, учатся кататься. Не хочу предрекать ничего, но, похоже, завтра будет хорошая погода.
Вот есть у меня такое почему-то ощущение. Солнечно будет и морозно. Будем надеяться. Завершается день, не могу еще раз не обратить внимания на горы. Возможно, конечно, завтра все это и затянется, возможно, мои предсказания не сбудутся. Но я-то предсказываю хорошую погоду. Место тут волшебное, замечательное. Так что, может быть, и чудеса всякие. Вот, например, видно, что украинская машина мирно соседствует с машиной из Москвы. В Зёльдене происходят чудеса.